Всем доброе утро! Сегодня я покажу вам комплекс упражнений, который поможет подчеркнуть вам вашу талию. Для этих упражнений нам понадобятся гантели или какие-либо другие утяжелители. Упражнение первое. Тяга в наклоне. Поставьте ноги на ширине таза, отведите таз назад и наклонитесь вперед. Отводите локти назад, собирая лопатки. Выполняйте это упражнение от 15 до 20 раз в удобном для вас темпе. Следующее упражнение – смена ног в приседе. Исходное положение – ноги на ширине плеч, отведите таз назад до параллели бедра с полом. Поочередно поставьте колени на пол и вернитесь в исходное положение. Последнее упражнение – смена ног. Исходное положение – лежа на спине, прижмите поясницу к полу. Утяжелители вытяните в руках наверх. Поочередно поднимайте и опускайте ноги. Повторяйте этот комплекс упражнений от 3 до 4 раз в неделю, и тогда вы точно застегнете свои старые любимые джинсы.